салют. Несмотря на то, что мода на бороды немного угасает, исследования утверждают, что девушки все еще без ума от растительности на лице парней. 70% представительниц прекрасного пола предпочитают бородатеньких. Некоторые психологи даже утверждают, что борода – заметное достоинство при приеме на работу, которое действует не только на работодателей женщин, но и мужчин тоже. Чтобы волосы на лице были вашим преимуществом, а не недостатком, за ними нужно ухаживать. На сегодняшний день в магазинах достаточно широкий ассортимент триммеров, и каждый может подобрать для себя прибор по цвету, вкусу и карману. Ко мне в руки попал девайс от компании Panasonic. Это не просто триммер, это еще и машинка для стрижки волос. Так, в комплекте с прибором идет две разные насадки, зарядное устройство, щеточка для очистки, масло для ухода за лезвиями, небольшой тканевый чехол и гарантийный талон на 3 года. Триммер может работать как от сети, так и от аккумулятора. Еще тут автоматическая подстройка под сетевое напряжение. Ты можешь брать его с собой в путешествие и вне зависимости от страны заряжать без дополнительного блока питания, чтобы полностью зарядить аккумулятор понадобится час времени. После чего устройство работает без подзарядки 50 минут. Перед каждым использованием производитель рекомендует смазывать лезвие маслом, так они дольше будут оставаться острыми. В зависимости от желаемого результата прибор можно использовать с насадкой или без. Насадок, как я уже говорила, две. Одна позволяет оставлять растительность от 1 до 10 мм, вторая от 11 мм до 20. Конкретная длина стрижки регулируется поворотным переключателем. Для создания четких контуров и стрижки узких участков еще есть выдвижной детальный триммер. Дизайн прибора достаточно классический. Передний корпус выполнен из глянцевого пластика, по бокам вставки, имитирующие кожу. С другой стороны, пластик более шероховатый и имеет рельефный участок для лучшего сцепления с рукой. Так, слишком много теорий, хочу приступать к практике. Только посмотри, я делала это в первый раз, а результат как у профессионала. То ли триммер чудо, то ли я умничка. Ну и конечно, после использования прибор требует элементарного ухода. Это можно сделать с помощью щеточки, либо промыть его под водой. Ах да, мастить лезвие рекомендуется не только перед использованием, но и после тоже. Еще этим триммером можно удалять волосы не только с лица и головы. Ну, на всякий случай, так просто в инструкции написано. Ну что ж, носить бороду или нет, решать тебе или твоей девушке, но в любом случае этот прибор пригодится. И, пожалуйста, не забывай ставить лайк этому видео, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик. Пока!